Дорогие друзья, рад приветствовать всех. Эта программа не запланированная. Собственно говоря, она проходит в записи, но для очень многих, наверное, она будет информативной, потому что речь идет о предстоящем событии, довольно серьезном событии для многих, для нас в том числе. Это лекторий со Светланой Драган. Очень много у нас заявок на участие. Заявки на участие продолжают поступать и будут продолжать поступать. Но сейчас все условия, скажем так, участия всех вас, всех нас, они в основном уже как бы решены. Вчера у меня состоялся очень серьезный разговор со Светланой. Он занял достаточно продолжительное время, и каждый раз, общаясь со Светланой, я убеждаюсь в ее просто потрясающей неординарности, я бы так сказал. Ну, не надо представлять Светлану Драган, дорогие друзья, раз вы идете, вы знаете. Может быть, не все знают меня, на экране вы потом увидите, кто я и что я. Ну, для начала просто скажу, что меня зовут Майкл Мелехов. Те, кто не знает, я руководитель центра Сан-Гейтса, школы познания, которая была организована достаточно давно. Вот. И смысл всего этого заключается в чем? Человек в центре и его чаяния, его возможности, его способности и мир вокруг нас. Мы частичка этого мира, соответственным образом, нам надо очень серьезно с ним общаться, коммуницировать. А этому посвящены многие программы, практически все программы, но одна из них, о которой сейчас идет речь, это лектории со Светланой. Я покажу сейчас экранчик и сориентирую вас. Понятно, что когда появятся условия, понятно, что люди из всех заявок, которые были, придут далеко не все. Тут есть моменты какие, еще раз, это мы проговариваем в каждой нашей встрече со Светланой. Полагаю, если бы было неинтересное общение в обе стороны, то его бы не было. И поверьте, это совсем не о том, что будет происходить, а как мы функционируем с миром. И это очень и очень важно. Я очень рад о том, что лично для меня есть человек, с которым можно общаться, в плане того, что она видит и чувствует очень и очень многие серьезные вещи, которые обычному, возможно, человеку пока еще, пока не прошли вот эти вот курсы, скажем, обучения, неизвестны. Давайте я покажу, долго я не хотел бы задерживаться, потому что это не последняя программа. Будут еще, будет типа пресс-конференции. Но в первом приближении, поскольку неопределенность, она, знаю по себе, она, ну, так сказать, не очень хорошо. Мы хотим все знать. Вот так. Хочу все знать. Был такой журнал. Давайте я, друзья, покажу вам экранчик. Вот. И вы увидите сами, о чем идет речь. Ну вот, смотрите, на экранах вы видите Сан-Гейтс School. SanGatesSchool.com, SanGatesSchool.com, тройное W. Это у нас главная страница, и мы видим вот первым номером 6 мая 2019 года «Мир на пороге перемен», лекторий со Светланой Драган. Здесь, кто не видел, можно посмотреть отсюда. Это последняя программа, которая состоялась 22 февраля, совсем недавно. После этого была программа, которая была записана, где Светлана объясняет, в чем будет состоять лектория. Но на сегодняшний момент, давайте мы посмотрим вот сюда. Я кликнул на курсы и получил «Мир на пороге перемен», видите, подробнее. И здесь идет, видите, объяснение и ее обращение. Текстовое обращение к нашим уважаемым зрителям, то есть вам,
И вот здесь я хочу вот что сказать. Когда вы прочитаете, вы, наверное, сами поймете, те, которые уже были у Светланы, и даже те, которые прошли с ней занятия. И даже мастерские. Уникальное, вообще-то говоря, явление, этого нету нигде. Но я хочу сказать вот что. Предстоящий лекторий даже в практике Светланы тоже первый раз проводится именно в этом формате. Первое. У нас будет формат, понятно, присутствовать могут практически все желающие. Ну, конечно, ограниченность у нас есть по количеству людей. Но полагаю так, что те, кто останутся после того, как увидят условия, они войдут в число, там, сколько у нас, 50-60 человек, наверное. Достаточно много у нас, так сказать, посадочных мест в виде вебинарных мест. Но это будет не одно занятие, как в мастерских, это не будет даже 6 часов, это будет периодические накопления информации, поступательное движение эволюционного, ну, скажем так, знаний, эволюционных знаний именно в этой части. И здесь будет все, буквально то, что Светлана накопила за многие-многие годы, даже десятилетия. Вот то, что тут написано, это маленькая часть, поскольку все-таки это я уговорил, можно сказать, невозможно вместить то, что знает Светлана, и даже рассказать. Это заняло очень много времени. Количество времени на одного урока не будет ограничено, как обычно это делается одним часом, скажем так. Вот столько, сколько понадобится времени самой Светлане, столько времени и будет предоставлено на нашем канале. То есть все будут проходить в формате, как они и проходят. И ссылка будет послана только тем людям, которые выполнят условия. На самом деле, которые себя делегируют к этим знаниям. Вот они себе дадут возможность, запрограммируют себя, что они хотят этого. Они их кто-то там куда-то там, скажем, втягивает и так далее, как обычно это бывает. Только желающим. Более того, давайте мы посмотрим. Я еще раз повторяю, наверное, не все смогут, а практически так оно и будет. Не все смогут заплатить вот эти деньги. В каком плане у вас просто, возможно, их не будет. Это $210 в месяц. Очень и очень небольшие деньги, поверьте мне, я просто в тени этого всего. Очень небольшие деньги по сравнению с тем, сколько это могло бы стоить. Вы даже не представляете, насколько это серьезно. И это, еще раз повторяю, просто, так сказать, я уговорил, потому что знаний не вмещается в эту сумму. Ну, просто я в теме, это без сомнения. Но еще раз, выбираете, дорогие друзья, вы то, что можете себе позволить, то вы позволите себе. На это есть причины. Этому обучает Светлана. И меняется буквально все в плане того, что тех людей, которые проходят. Но повторяю, такого формата еще не было. Далее. Еще раз, это не последнее, поэтому не хочу задерживать ваше внимание. Но там есть, проскользнула информация о 6 человеках, которые придут на обучение. Светлана не хотела, если честно, об этом вообще говорить, поскольку пока это не началось, мы даже не знаем этих людей, которые готовы туда прийти. Это будет на индивидуальной основе, и это будет настолько практичная, настолько прикладная информация, которая, просто невероятная информация. Ну, еще раз, к сожалению, пока, я знаю примерно, сколько, так сказать, это может стоить, и пытаюсь договориться со Светланой, чтобы это все-таки было доступно. Но это уже не мы решаем, это уже занятость ее и, конечно, какие-то уже обязательства, которые у нее есть.
Но будем в этом направлении работать. Сейчас не собирается эта группа, хотя есть люди, которые уже вот прямо сейчас готовы на все, так говорится. Но пока давайте мы этот вопрос оставим. Пока речь идет только о лектории. Вот. Надеюсь, эта информация понятна, дорогие друзья. Все будет постепенно, все будет. Я что хочу сказать поэтому в этом отношении. Очень и очень и очень все эти вещи серьезные. И мы будем по ним проходить в рабочем порядке. Значит, как оплачивать? Всем до единого. Мы не можем здесь поставить реквизиты по определенным причинам, надеюсь, вы понимаете. И потом, зачем это ставить, чтобы вызывать какие-то вопросы. Вот все вопросы должны отрезоваться на нашу электронную почту. Все эту электронную почту знают. Комментировать нет смысла, потому что приходится отвечать в каждый комментарий. Посылайте заявки на электронную почту sungatecenter@gmail.com. Вот здесь есть электронная почта. Вот, и вот в этой электронной почте есть возможность получить ответы те, кто реально настроены на этот лекторий. Вот здесь можно написано «Купить», но еще раз кнопка, не уверен, что будет работать, потому что есть реквизиты, которые всем будут доведены. И это реквизиты Светланы, которая хочет видеть этих людей чисто энергетически. Те люди, которые провели оплату, обязаны прислать квитанцию, чтобы вас не потеряли по дороге. Даже если вы оплатите, чтобы не было вопросов, потому что все идет координация с центром Сангейтс, с администрацией. И поэтому должно быть все очень четко. Еще раз повторяю, количество желающих зашкаливает, категорически причем. Но даже при вот этой стоимости все-таки их будет достаточно много, чтобы, скажем, вместить. Но будем с этим разбираться каким-то образом. Поэтому вот примерно такая пока, еще раз повторяю, такая информация, дорогие друзья. Я надеюсь, что все понятно. Если нет, администратору @gmail.com Сангейтс Центр. Так? Если нет, то, полагаю, вы можете меня найти. Вопросы, которые не решает администратор, решаю я. Я вас могу заверить, что все вопросы будут решены. Все до единого. Вот, я найду время, если надо будет пообщаться с каждым человеком. Поэтому, пожалуйста, я буду рад участию, я буду рад общению, и мы смотрим с оптимизмом. Нам написано начало 6 мая, ориентировочно. 5-6, ну, 5 это выходной. 6-7, перед праздником 9 мая и после праздника 1 мая. На сегодняшний день Светлана уезжает. Также я уезжаю, но мы все равно на связи, я в частности. Она, допустим, недоступна, я доступен. Поэтому, ну или Сангейтс Центр, администратора там есть, пишите. В середине, в 20-х числах апреля и Светлана вернется, и я вернусь. И мы, так сказать, будем какие-то вот там, может быть, детали освещать. Я думаю так, что попробую найти время и договориться со Светланой для того, чтобы она перед началом провела еще какую-то программку. Вот, провела программку или типа пресс-конференция. Еще вот в конце этой недели, сегодня у нас только понедельник, 25 марта, к концу недели будет типа пресс-конференция по вопросам, которые могут быть, я их проведу. Потому что в воскресенье, вот я в одно направление, она в другое направление, но мы уезжаем. Поэтому в субботу, полагаю, будет такая программка. Всего доброго и до новых встреч. Пока.